И вновь скандал, и вновь в центре внимания Ольга Бузова. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поступил явно не по-мужски и довел до слез Ольгу Бузову прямо в прямом эфире. Это случилось во время прямого эфира телеканала «Матч ТВ». Дмитрий задал певице вопрос о том, какая школа ей ближе, задействовав различные фамилии специалистов разных времен, вроде Станислава Черчесова и советского тренера Ефроса. «Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность, что вы знаете эти фамилии. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта. Обосрать, как вы умеете делать в комментариях. Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Хамство. Я требую уважения», — грозно ответила Ольга Бузова известному комментатору. «Вы перестали пить коньяк по утрам?» — спросил Губерниев. Этот вопрос довел Олю до слез. Она заявила, что не употребляет алкоголь, так как недавно перенесла операцию. «Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете, как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», — сказала Ольга в эфире «Матча ТВ». Надо признать, что после прямого эфира Дмитрий Губерниев принес свои извинения. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся.